поэтому я сейчас телефон убил, то послушаю вас. Хреново. А что вы плаваете? Вам плохо? Нет, я стою. Ну, хорошо. Нормально. Блин, на море вы сейчас, а. Блин, опять машину выбирал. Ой, ё-моё, ар застрял. О, тебе не по пути. Да что ж такое? А что там? Там кис, не помогай мне. А кто полетел? Да, кто-то полетел. Это кто запустился? Это что, на парашюте? Кто-то полетел с парашюта. Кто это? Шишка. Я не вижу. Я тоже офигел с вами. И на парашют потом приземлился. Причем при тебе прям, ты видел? Ай, нет, шишка. Нет, шишка вроде. А вряд шишка. Ну, а смысл так у него 1200 уровень какой-то. Я прям видел, отлично. Да, но мне тоже никто не показывал. О, привет. Сань, ты что, первый? А уже нет. Вот, я все, это шутка, я вижу с тремя шестерками, все, я увидел, только что на видео тоже есть. Ну ёб твою! Блять! Я. Давай, налобаш. Бам. Ой. Да, блять. Вон, да. Смотри, как сейчас взлетит. Ну ёбаный в рот! Ну блять! Вот он полетел. Опять? Кто это? Кто летел? Шишка. Сейчас не видел, правда, что это он, но я уверен, что это он. Ну да ё-моё, блин, да обязательно наезжать было. Димон, ты что печатаешь там? Последний трассы. Ну чё мне? Пока арт напишет. Вон он опять полетел. А он не. Он вообще на последнем месте вроде, не? А, не. На 10-м. Костян, давай газуй. Это как в КС-ку играют читеры? И в смысле, они просто не тащат с щитами. Это вот тут то же да, самое. Я сегодня с таким играл в КС. Я его больше побеждал. Алкис, домой. Все, так, Настюх. Прости. Это карма тебе, Настюх. За то, что ты мне тогда делала. Паштет, давай вперед. Паштет, вперед. С кем мы сыграли там этот? Запинаю. Паштет, ты меня заблокировал. У меня что-то с машиной не то. Потарань! Розовый. О, все, нормально. Нормально, я выбрался. О, Сань. Нормально ты полет был. Блин, носатого не хватает, либо этот, кто на рампы. Димон, ты куда-то не туда едешь. Разворачиваюсь. Я мне что-то да, взял. Да. Я чек почему-то прям взялся в этом. Типа платформе. Да кто меня раздавил? Да просто давка. Ну это кто-то там, мы там все были. Меня на квадроцикле вообще расплющили. Александр вовремя подъехал. Так, фикс меня, отъезжай. Отъезжай. Так в кого ты врезаешься? Стой, Настюх, ты чё? Мы ж с тобой братья, нормально все, нормально ж общались. Я у тебя в колесе застрял, подожди. Почему просто? О, носатый, вот эта тема сейчас будет.
А это не носатый! Ну ладно, все равно садят. Здесь носатый не проедет. Кто летает? Это Сашка, Сашка. Шишка. О, а мне повезло, я прям на квадроцикле офигенно проехал. Проезжаем, проезжаем. Блять, я не знаю, как получилось. Давай, толкай, Настюк, толкай. Кто это? Танкист. Давай в другую сторону тебе надо. Тебе в другую сторону, давай, разворачивайся. Да, нет, было. О, опять полетел. А че это другу? Это тех, кого Вова просил подождать? Да дайте проехать! Я уже на платформе просил. Поехали, поехали, поехали. Я давай, давай. Все нормально, Санек, все хорошо. Давай, разворачивайся. О, рампа, рампа, да серьезно? Давай, езжай вперед. Давай, расчистка, зачистка пошла. Нет, уходи, зачистка! Количество народу, блять, надо было на меня. Ну вот вы издеваетесь или да? Хорошо, давайте, блядь, я тоже всех буду спихивать, хорошо. Ну, Саня, успокойся, все хорошо, не помню. Я смотрю, всем пиздец нравится, всем нравится. Вот. Мне стенки особо не нравятся. Просто пиздец, да? Я так и знал, Санек, что ты будешь бомбить. Я представляю, что будет, если ты в КС пойдешь. Да просто заебали, почему именно на меня? Блять, проезжают все нормально. Нет, нахуй, надо на меня, блять. Ну, чуть-чуть осталось. Чему мне вспомнится моя машина? Дрифтовая, блин. Нет, я еще не могу проехать. Ебись, про. Ай, блин. Ну, хуй, я меня рампу сбиваю. Это меня, я тебя подмахнул. Такого не должно... Санек, не надо! Я тут поперек застрял. Я ж тебе ничего плохого не сделал, Санек. Подождите, вот так, стойте, стойте так. Да, блин. О, спасибо, проехал. Так куда ты? Вот туда его. Как говорится, вы, так и я так. Окей. О, он полетел. Класс. Блин, меня выпали. Майк, отходи. Отхожу. Так. Отошел нормально. Я вроде живой. Все, не живой. Да не живой, да? Да не, я был живой, но меня скинули. Нет, просто, блядь, уеду вторым, блядь. Ну дайте его доехать нормально. Нет, нихуя, блядь. Тот, кто на первом месте, уже, скорее всего, давным-давно оторвался. Нет. Нет, нет, нет. Вот он. Все здесь. Все первые три места здесь. Да я уже с пятого до восьмого. А, и прям на финише выкинули, да ну серьезно. Я знаю, кого я выкинул, но я не буду говорить. А нет, точнее. Александр, как там пропал? Прошел? Тебе дали доехать? Не врезайся, блин, ну пожалуйста. Вижу. Мне фартануло. А! Да блин! Теряю друга называется. Остановись, ты, блядь, возродись, ты уже, мать твою, ну почему? А, почему вы маленького, меня, красненького? Меня, да. Короче, протаранили, я подлетел и потом приземлился на краю на нос машиной и выжил. Все, вам хана. Привет. Привет. Спасибо. Ну, блин, я так долго поднимался. Бля, только из трассы, пожалуйста, не вылезь, я тебя прошу. Перевернись, ну, Саня, нормально. Ты выпускник, буянил, а Саня в итоге уже третий, а не первый.
Ага, меня выкинули просто. Да это просто повезло. Поверьте мне, я скоро опять из-за всего этого пиздеца буду последним. Ну вот как-то так. Ну, я нормально уехал. Ну просто кто-то врезался, я взорвался. Вот как после этого геноцид не делать? Мне кажется, Гитлер не... и стал таким человеком, потому что его все нахрен наебывали. Да. Любовь. И родители этой игры. Блин, да как мне? А, щит. Понятно, ругаться нельзя, короче, да? Ты решил по-своему ругаться. Меня выкинули опять. Что ж такое? Качаем вот. Кто-то до сих пор на этих катается. На гольфкаре, да, я. Ну на гольфкаре, мне кажется, много народу должно быть еще. Минус Никол. Я сам улетел. Все, я сейчас залечу на танцпол. Второй раз после паштет улетел. Майк, давай. Ой, все. Полетели. О, нет. Сейчас все будет нормально, нет. Смотри. Назад, возвращайся. Нет, не получилось. Что-то слишком в бок улетел. А, опять гольф-кар, что ли? Это вообще ужасно. Это, оказывается, опять гольф-кар. Сань, здорово, Сань. Дай. О, отлично, ты кто там? Это было красиво, эпично, просто турбина, я всю карту пролетел. Это очень красиво было. Это было, да. Нет! Не, я без тебя еду. А, что? А как? В конце ушел. Да, я видел. Маманчик, привет. Так, о, привет. Давай, сейчас нормально долетим. Сейчас долечим. Саня, не поджимай Е! Блин, я так почти на краю встал. Я долетел на платформу. Александр, ты на чем? Я? Блин, чё на кран, да. Я на рампе. Блин, мы тебя догнать не можем. Блин, я чё на кран, собака сутулая. Блять, я на Жигули, что? Давайте скидываем Жигули, он первый. Давай, нифига, Николас, быстрей. Дайте мне хоть в одном месте побыть первым. Будьте людьми. Давай, я на тебя поставил. Я и так уже достаточно много горел. Я на тебя не ставил, так что да я. Да ну не надо. Мне скоро заглохнет мой гольфкар. Пожалуйста, Димон, дайте доехать. Меня. Димон, подожди меня. Да ё-мо, меня уже подождали. Санёк, дай доехать, пожалуйста. Не убивай. Я тебя не. Все. Санёк! Тоха! Ехай, ехай, да блядь! Ну... Да у меня уже горит моя машина. Я ж даже на пожалуйста, не знал, что ты проехал. Блядь, да успокойтесь вы нахрен, дайте ему проехать. Блядь. Да у меня машина, у меня уже горит мой гольфкар, блин, я... Он еле двигает. А ты на гольфкаре был разве, а не на грузовике? Я сейчас на гольфкаре. Дай проехать. Пожалуйста. Fix me, дай проехать, пожалуйста. Живи. Блять, дайте проехать мне уже, ну ёперный вы театр. Боёво, ну! Да ё-моё, Вованчик. Ладно. Ну ладно, неужели в первый раз за всю свою... Я доехал на горячем горько. А прикинь, я сейчас подъезжаю к чекпоинту и взрываюсь. Он у меня заглох. Пацаны, у меня заглох гольфкар. Подтолкните, пожалуйста. Я проиграл. Да? Нахуй я накаркал, блядь. Я приехал к чекпоинту, и у меня заглох гольфкар. Дай-ка я затохой посмотрю. Спасибо. Ты хорошо, Дима. Попчик. Танкист, ну давай что-нибудь решать. Вот, спасибо. Так, порешал. Да. Снова.
Блять, Тохи точно в Гольфкар разъебут так. Таня, тебе ты надо... в какую сторону вообще едешь? Пута мадре! О! Пута мадре, ты на каком языке? Ну, давай ехай быстрее, пока тебя не догнали. Да я вот, брата. А, пута это вроде я, как... Я пендехо. Или не, подожди, пут это вроде бы то же самое, как в американском на букву F. Да вы меня чем уж пишете? Ну, типа, путаны. Да дайте развернуться просто-напросто. Сложно нахрен, ну, нахрен, но. А кто-то на супле? Да что такое-то? Меня опять спанули. Костян, ты да. Там чё? А ты так же со мной? Да. Объясните мне, пожалуйста, как получилось? Настя, он вообще выдрал из конца. Второе место уже. Да вы ни хрена у меня упаковали. Тоха, турбину включай. Надо было включить, когда машина сзади за тобой была. А там в упор я не могу. Оп, живем. А, ты вот эту тачку выбрал? О. Нет, я не эту выбрал. Просто почему-то мои прокачанные, те, которые у меня куплены, мигалки они тут помогли. Прокачанные. Блин, каждый раз, когда проезжаешь, везде грузовики. Что говорите? Почему больше маленькие? Да что, Саня, ну, я уже... Так. Полетели. А, полетаем. Ну тут буш что ли есть? Привет. Да, привет. Танкист, привет. Проезжаем, передаем по салону. Мне кажется, я арту столько всяких... Все, так... мы застряли. Я арту на стриме такую гамму ощущений закинул, что я не знаю. Арту так повезло сейчас. Да. Привет, но хотя бы раз в жизни я выиграл, раз в жизни я попал на первое место. Мне кажется, это надо отметить. Ты уже отметил. Тут внизу бутылкой. Арт, ну нулевая скорость была, ты мне все равно бутылку себе выкинуть. О, а мне вот прям фартит. Я на двух рампах подпрыгнул и пролетел. Да, знаешь, как меня офигенно фартило, когда я был на рампе, в меня врезались, и я взорвался. Димон, ты куда погнал на той заряженной вайбе? Димон, давай домой. Не гоняйте, пацаны. Да ёптель. Да ё-моё. Всё, Настя позицию забрала. Да-да-да, Настя могёт уже. Добавьте меня, пожалуйста, в ДС. Костян. Брум-брум-брум. Меня завертели. Саня, не надо, Саня. Саня, выпни его нафиг. Нет, всё поздно. Всё, финиш. Обидно. Вот у меня ровно такая же красная шестёрка была в первой тачке. Я нормально пришёл.